Народный фольклор, мастацтва и высокие технологии. У областным краязнаучим музее открылась выстава под названием «Старые герои. Новый свет. Герои белорусских казок, мифов и легенд». Тут можно познакомиться с персонажами традиционных белорусских поданий и зазернуть у казочный свет праз виртуальную рычаисность. Домовик, ёвник, шатаны, злыдни, житень и іншыя персонажи белорусских казак и паданий – уголовные герои выставы. Пачынаўся проект с иллюстрации вядомага белорусского графика Валера Словука до книги «Чароўный свет» с белорусских мифов, паданий и казак. На их основе скульптор Антон Шипица створил объемные выявы казачных героев. Был подобран классический подход, пластилин, мягкий материал, потом снималась резиновая форма и отливались отливки. То есть это такой, как бы, опять-таки, классический стандартный подход к скульптуре. Главное, до чего імкнулись организаторы выставы, познакомить наведывальников с богатым светом белорусских паданий, прозмастаство и сучасные технологии. В Могилев привезли новые разработки, связанные с виртуальной реальностью. И люди, которые, может быть, где-то далеки от искусства и культуры, но увлекаются геймингом, придут на эту выставку и узнают что-то немножко о нашей культуре. С места выставы накированы у минулое, у культуру и историю, а форма в будущем. Наведывальникам пропоновали пройти квесты и отшукать нечистика в разных формах, на гравюрах, у скульптурах, у виртуальной рычаисности. До речи, про яе у каждого был шанс зазернуть у казочный свет. Немножко таким сразу возвращением в сказку, в детскую сказку. Особенно, наверное, детям очень интересно, потому что для них это, ну, как раз их мир. Ты чувствуешь, как ты как будто там и находишься. Это очень даже интересно. У меня была такая даже картинка, что я как будто в небе. Наведать выставу и завитать у казку можно до 29 студеня. Ирина Бродиловская, Денис Бутылин, «Новини регион».